Всем привет! Существует некая проблема, точнее не проблема, а особенность для всех арбалетов, которые официально привозятся на территорию Российской Федерации. Это плечи усилием 43 килограмма. Дело в том, что прицельные приспособления арбалета, неважно, будь то это мангунг или еще какой арбалет, они рассчитаны на сильные плечи 90 килограмм. Соответственно, у некоторых пользователей возникает вопрос, почему он не может пристрелять свой прицел относительно того, как стреляет его арбалет. Тема затрагивалась неоднократно, но давайте я еще раз повторю на примере новейшего арбалета XB56. Причина в том, что планка Picatinny находится в одной плоскости с направляющей арбалета, тогда как нам надо, чтобы планка Picatinny была чуть наклонена вниз. Тогда линия прицеливания будет пересекать линию полета арбалетной стрелы, и вам не составит никакого труда пристрелять арбалет на штатный прицел, да и на любой прицел, какой бы вы не хотели. Поясню. Вот ствол арбалета. Вот прицел. Вот линия прицеливания, вот линия полета арбалетной стрелы. Соответственно, вы можете маховиком вертикальных поправок наклонить прицел и попасть на эту линию полета стрелы. Но когда у вас не хватает уже поправок, то единственная возможность — это наклонить планку Picatinny, на которой держится прицел. Если у вас не хватает поправок, чтобы ваш полет пересек линию прицеливания, я вам сейчас покажу, как наклонить планку Picatinny на замке арбалета XB56. Чтобы изменить угол наклона планки Picatinny, надо открутить всего лишь два болта, которые крепят ее к замку. Как видите, в замке есть специальная проточка, такой паз, соответственно, планка Picatinny тоже. Все входит плотно и не имеет никакого люфта. Нам надо подложить под заднюю часть что-то твердое. Ну, например, из того, что быстро можно достать и в обиходе, это скрепка. Вот здесь вам хорошо видно, я подложил ее под заднюю часть, тем самым я изменил угол наклона планки Picatinny примерно на миллиметр. Дальше, придерживая планку, вы просто прикручиваете все на место. И не забывайте сильно притянуть, но без фанатизма. Изменение угла наклона буквально на миллиметр планки Picatinny относительно ствола арбалета дает вам на плечах 43 килограмма примерно преимущество в 30 сантиметрах на 35 метрах. На самом деле вы можете подбирать больше или меньше, что сюда подложить, исходя из тех задач и той дистанции, которую вы ставите перед собой. Так что, как видите, никаких проблем нет. Дело всего лишь в откручивании-закручивании двух болтов. Не ленитесь, сделайте это, и все у вас будет хорошо. Ваш арбалет будет стрелять ровно туда, куда вы направили перекрестие прицела. Всего доброго, до новых встреч!